Вставай! Слышишь, как во дворе точеный петух когда поет? Пора вставать! Ку-ку-ку! А я не сплю, мама! Я тебе сочиняю загадки про моих новых друзей. Вот послушай и отгадай. Стоит копна посреди двора. Спереди вилы, сзади метла. Все му-да-му говорит. А вот я вижу эту копну во дворе Точаны. Это не корова ли? Правильно, мамочка! А Точана называет ее Ушкал, а зовут Шемеч. А вот эта красавица вся белая, хвостик маленький, а рога длинные, вся ме-да-ме. Эту красавицу тоже вижу во дворе Точаны. Скорее всего, это коза. Правильно, правильно, это коза. А Точана называет ее коза. Зовут Манюк. А это животное носит мягкую-мягкую шубу. Так и хочется погладить, а говорит все бе да бе. Это животное овечка. Да, овечка, Шорок, а зовут Пачук. А это животное самое большое во дворе Точаны. Бежит, пыль столбом стоит. И-го-го-го, и-го-го-го-го, говорит. Правильно говоришь, Лучик. Во дворе Точаны она на самом деле самая большая. Это лошадь. Все ты знаешь, мама. А Точана называет ее имени, а зовут Акан. Лучик, а кто дом Точаны сторожит? О, это Олач! Тиде, Олач, собака, пи, хороший друг, Сайолташ. Видишь, сидит около дома. Видимо, тебя ждет. Смотри, смотри, как нюхает твой запах в воздухе и смотрит на небо. Ой, скучает. Мама, я полечу! Я обещал сегодня у них быть. Ну, конечно же, дорогой мой. Раз обещал, слово надо держать. Олач, Олач, салам лиже. Ой, Юкич, салам лиже. Пока тебя ждал, задремал. А где Точана? Она же обещала познакомить меня с новыми домашними животными. Пойдем во двор. Увидишь, как она ухаживает за домашними животными. Валик. Юкичи, Улач, салам лиже. О, салам лиже, Точана. Толтушка, Юкичи, Улач тоже тол. Точана, а мо тиде? Тиде сесна, свинья. А это ее детеныши, поросята. Поросенок по-марийски скажем сеснаиге. В этих словах опять встречается марийский звук «э». Для того, чтобы правильно его произнести, сначала нужно улыбнуться и сказать звук «э». Губы постепенно округляем, и получается звук «э». Сесна. Свинья! Сеснаиге – поросенок. А когда их много, сеснаиге – влак. Юкечи, а меня ж сеснаиге? Шотла, сосчитай. Ага. Икот, кокот, кумот, налот, визот, кудот. Сеснаиге кудот, сеснаикот. Молодец, Юкечи. А, Точана, а сесноволик? Сесноволик. Ой, какие красивые пушистые. Точана, вот иди. Тиде перес, кошка, а тиде парсиге, котенок. Ой, порос, порсиге, порсиге влак. Юкечи, сосчитай, сколько у кошки котят. Мняр порсиге, шотла? Уикот, кокот, кумот. Порсиге кумот, а порос икот. Пешса, Юкечи. Точана, а как, скажем по-марийски, котенок играет? Слово «играет» по-марийски звучит «модеш». О, парсиге модеш, парас модеш, улач модеш. Юкечи, а поросенок что делает?
Вопрос, что делать, по-марийски будет звучать «момошта». Сесна момошта? О, сесна кушает. Слово «кушает» по-марийски нужно сказать «кочкеш». Кушает кочкеш. Сесна кочкеш. Сесна ига кочкеш. Пешса юкечи. Тачана, а вот интересно, как правильно сказать «я играю», «ты играешь», «он играет», «они играют». Я моему дам. Ты тайму дат. Он, она туду модеш. Они нуна модат. Парсига влак модат. Осесна игвлак кочкат модат. Мой кочкам, той кочкат. Туду кочкеш, нуну кочкат. Молодец, юкечи! Да растет! Парсиге модеш, парас модеш, 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 да кушкеш. Сесна кучкеш, сесна ига кучкеш, 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 да растет! Сесна кучкеш, сесна ига кучкеш, 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 да кушкеш. Юкечи кучкеш, юкечи модеш, модеш, кучкеш, да кушкеш. Пора домой. Ой, чеверын, Тачана. Чеверын, юкечи. Завтра встретимся на лугу, чеверын. Ребята, давайте вспомним, какие новые слова узнал Лучик. Парас, кошка, парсиги, котенок, сесна, сесноиге, поросенок, мошта, что делает, кочкеш, кушает, модеш, играет, туда, он, она. Чавлак. До свидания, ребята. До новых встреч.